Жители Арысского района, что в Южном Казахстане, могут остаться без урожая. На их огородах орудует саранча. Местные называют этот вид вредителей «даласаяк». На борьбу с ними районные власти деньги не выделили, поскольку раньше не было необходимости. Жители поселка Кабылсай жалуются, что против саранчи обороняться становится уже невозможным. Будут ли власти бороться с незваными гостями, расскажет Катерина Попкова. Крылатые вредители теперь хозяева на этих огородах. Незваные гости оказались очень прожорливыми. Съели почти все. Морковь, помидоры, огурцы и даже адраспан. Все это люди выращивали для себя. Мы сажаем, они съедают. Потом опять сажаем. Они снова все сожрали. Уже месяц не можем выгнать их отсюда. Сокрушительный удар саранча нанесла и по огороду Бахаджана Арызбаева. Против этих крылатых монстров мужчина оказался безоружен. Впрочем, как и его соседи. Бахаджан вспоминает, появляться вредители начали еще в конце мая. Теперь тут коричневый ковер из них. Мой огород не хотят в покое оставлять. Уже съели помидоры, морковь, болгарский перец. Ничего не осталось. Снова посадили с надеждой, что хоть детям останется. Но боюсь, что без овощей будем в этом году. Цветы в этих огородах теперь большая редкость. Чаще встретишь вот такую картину. Это все, что от них осталось. Территориальные инспекции города Арысь разводят руками. Денег на борьбу с местной саранчой нет. Их даже не выделяли. Силы брошены на борьбу с марокканской. Мы местной власти отправили письмо, что в населенных пунктах Кабылса и Кожатугайском сельском округе появляется местная саранча «даласаяк». Попросили выделить средства для химической обработки. А вот в районном акимате уверены, что письмо отправили слишком поздно. Насекомые уже стали общей головной болью. Время прошло, обработку надо было делать ранней весной. Сейчас они уже сильно не вредят. А когда начали летать, тогда да, были убытки. Если даже завтра выделят деньги, толку нет. Местные власти говорят, что выгнать сейчас незваных гостей не получится. Зато в следующем году обещают устроить им настоящий разгон. А пока крестьяне продолжают ходить по огородам и разгонять рой прожорливой саранчи руками. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область, 24 КЗ.